Дело было в разведке. Пожалуйста, Иван, врубаем сразу. Некоторые истории. Композитор Игорь Слуцкий. Я раздвину, как ветки, те года, что вдали. Дело было в разведке, в посередке земли. Мы с товарищем Петей не дразнили врага. Враг нас первым заметил и полез на рога. В голове два пароля, еще дальше шифры. Петя вымолвил: Коля, нажимай на пары. Чтобы в центре Европы после стольких побед мы достали из сердца драгоценный секрет. Друг мой теплый, битый и печеный в зале. Если слышит он битый, то в ответ сельбуфлет. Может выкушать море, а закушать коровы. Это внешне он горе, а внутри он герой. А еще он на части переломит беда. А еще он по части анекдотом моста. Прочитай его санкой, да под Кузькину мать. Здесь его только танком, по-другому нельзя. Даже мы истории. Но выхода нету ни вперед, ни назад. Неужели же спета наша песенка, брат? Петя выплюнул гады и шагнул, как в сортир. Будет так, комрады, кто у вас командир? И сказал он старшому: вам и нам нелегко. Вот теперь хорошо бы напоследок пивко. Много стернул я пробок за свои 40 лет. Но скажу без подколок, лучше вашего нет. Их старшой был на морду патриот, как и я. Срочно сделался гордым и ответил я-я. Мы сидели в таверне, что звалась «Два козла». И скажу откровенно, выпивали без зла. А потом начал мучить Петя их без речей, про Чапая, про Чукчу и про всех Ильичей. И забыв о секрете, так смеялись враги, что шепнули в глазенье: не догоним, беги. Нам такое два раза ни к чему повторять, только пиво, зараза, так мешало бежать. С той поры тайны смело носит нам их старшой. Так бывает, коль к делу ты подходишь с душой. Я раздвину, как ветки, те года, что вдали. Дело было в разведке, посередке земли. Так было.